Всем привет! Сегодня у нас пополнение. Попался мне интересный экземпляр на просторах интернета на сайте Авито. Вот. И давайте посмотрим, что же мне пришло. Давайте вот так аккуратненько вскроем. Так. Достанем раз мешочек, два коробочка и три стороночку. Коробочку мы назад соберем, так как на ней ничего не написано. Ее можно будет потом куда-нибудь еще отправить. Так, и смотрим, что же нам пришло. Она пришла вот это. Вот это. Я не знаю, как это назвать. Попрыгушка. Но попрыгушка вот такая. Опа. И это самое главное. Все. Стоковое исполнение. Мотор раскручен. Все, коробка вообще. Дифы разблокированы. А, задний заблокирован. Передний дифференциал разблоченный. Задний заблокированный. Так, смотрим дальше, что у нас здесь. Гидридный аккумулятор на 3500. Десять сорок регулятор оборотов и ТСД шестиканальный ресивер, но прикол в том, что только 4 канала доступны, остальные почему-то все заклеены. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Чем вообще меня заинтересовала эта модель? Она меня заинтересовала колесами под проект больших хороших колес для зимы. Вот. А у меня в планах сделать что-то по типу бурлака. Вон. Поэтому длинные амортизаторы, но они, в принципе, это ни о чем. Вот. Две сервы в стоке сразу. Аппаратура, как говорится, ну, трех. Четырехканальная по-любому будет. Давайте проверять. Так. Вот она аппаратура. Трехканальная. Даже с батарейками. Ага. Все, заряд есть. Давайте сразу включим. Угу. Так. Ух ты ж, какой шустрый. Так, значит, надо поменять. Сделать реверс. Реверс руля надо сделать и реверс газа. Так, давайте посмотрим, что такое третий канал. Просто включился. Так, чуть-чуть не записалось. Так.
Так, значит, очень интересная модель. Почему ее взял? Потому что аппаратура трехканальная. Далее регуль нормальный. Дальше две сервы в стоке. Колеса интересные. Вот. Зарядка GT Power A300 Pro. 2-3S аккумулятора заряжает. Мощность 2 ампера. В принципе, за глаза больше не надо. Вот. И липошки, и гидриды все поддерживает. Смотрим, значит, что у нее. Значит, руль один. Вперед, назад. Все работает. Надо коробку только подтянуть будет. Вот. Дальше смотрим, что у нас здесь. Триммеры руля газа все у нас есть. Дальше есть режим колеса в разные стороны. Дальше режим колеса, чтобы радиус разворота был меньше. Дальше только зад. Ну и, соответственно, только перед. Вот. Скорее всего, эту аппаратуру я поставлю на краулер, на свой, чтобы было побольше режимов. Ну, а сюда уже посмотрим. У меня есть аппаратура, где они просто по отдельности можно включать и то же самое делать. Вот. Но я, в принципе, да, я не знаю, что я вообще с этой моделью буду делать. Вот. Только вот из-за этого я как бы эту модель взял. Давайте, значит, дальше посмотрим, что у нас. Все, тут работает все. Отключаем. Значит, шасси с шасси. А что же это вообще такое есть? А это, друзья мои, Бэтмобиль. Бэтмобиль от Рэма Хобби. Как бы такой бешеный, чудной, неуправляемый автомобиль. Вот. Но почему я взял-то еще эту модель? У меня в планах сделать зимнюю модель типа Бурлака. Вот. И вот для этого как раз-таки я думаю, что это шасси подойдет. Надо будет поставить тяговитый мотор, низкооборотистый. Вот, не знаю, регулятор этот или не этот пойдет. Вот. Очень интересная типа резаные покрышки, ободрыши. Очень смотрится резина. Я думаю, что она будет зимой на маленьких оборотах при легком весе очень хорошо ехать. Передний дифференциал свободный, задний блокированный. Тоже интересно на мостах от Рэма Хобби получить разблоченный передний дифференциал. Вот. Дальше. Эта корочка подушатана. Что у нас еще? У нас есть вот такая, не менее интересная. Тоже корочка на него. Вот. Интересно. Чудненько. Вот такой вот агрегат. Так, ну а что мы можем? Мы можем на него что-нибудь посмотреть поинтереснее. Допустим, корку от ХСП. И вид у грузовика уже будет совсем другой. Согласитесь, уже машина смотрится по-другому. Далее снимаем эту корочку. Так, сейчас мы, чтобы легче было их собирать, так вот их сделаем. И ставим корочку буханки. А, не опустится. Так. Нет. Возьмем УАЗика. Ой-ой-ой. Возьмем УАЗика. База у этой модели меньше. Поэтому она сюда чуть-чуть не подходит. Но, в принципе,
Есть у меня вот такая еще корочка. Ну тут тоже база большая. Но может с фендерами такая типа зло получиться. Базу можно увеличить всегда. Так что есть над чем работать. Но основная, конечно же, это все-таки сделать проект на базе этой шасси. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следите за проектами и предлагайте, что вы хотите видеть из этого Бэтмобиля. Ну все, всем пока.